Вы слышите, как накатывают волны на берег. Это всего в нескольких десятках метров от того места, где когда-то стояла хижина Миклуха Маклая. А это звуки тропического леса, который, как и 100 лет назад, подступает прямо к мысу Гарагаси. Издалека доносятся неясные голоса деревни. Это Бонгу, единственная сохранившаяся из 3 деревень, стоявших здесь во времена Миклуха Маклая. Просторной деревенской площади, окруженной легкими, поставленными на сваи хижинами. Нам показывают традиционные музыкальные инструменты. Их видел, слушал, описывал когда-то Миклуха Маклай. Некоторые из них он привез в Россию, и их можно увидеть в музее в Ленинграде. Теперь, наконец-то, мы слышим, как они звучат. Это была айда-мангу, 2,5-метровая бамбуковая труба. А теперь илоль-ай, выдолбленная бутылочная тыква. Кангон – маленькая бамбуковая трубка, по которой бьют палочкой. Щумбин – бамбуковая флейта, любимый инструмент папуасской молодежи во времена Миклуха Маклая. Монгу-ай – ядро кокосового ореха. Лоб-лоб-ай – гуделка, звуки которой должны отгонять духов во время исполнения обрядов. Барум – громадный барабан из долбленного ствола дерева. Звуки его, извещающие о событиях деревенской жизни, разносятся на далекие расстояния. Такие сигналы часто слышал Миклуха Маклай.
Песни папуасов почти обязательно связаны с какими-нибудь обрядами, обычаями, с трудовыми процессами. Вот две песни, которые исполнит житель деревни Бонгу Абудж в сопровождении ударов бембу, небольшой полой бамбуковой трубки. Все мужские песни обычно идут с этим аккомпанементом. Первая песня когда-то пелась перед военным походом. Вторая и сейчас обычно поется, когда рыбаки тянут сети. В жизни молодых папуасов важную роль играет обряд посвящения. Пройдя этот обряд, они становятся полноправными членами племени. Обряд длится много дней, большая часть его совершается в лесу, в глубокой тайне. Когда молодые люди возвращаются из леса домой, они поют специальные песни, и взрослые тоже встречают их песней. Oh, yeah.
еще одна мужская песня – «Аран». Так называются на языке бонгу песни, которые поются при прощании с умершими. Теперь поет группа женщин. Первые две их песни – трудовые и одновременно заклинательные. Женщины поют их обычно в лесу, в то время, когда мужчины расчищают площадь под будущие огороды. Работа эта ручная, очень тяжелая, и песня должна облегчить ее, как бы дать мужчинам дополнительную силу. Следующая женская песня «Яо» обращена к родителям. В ней высказывается уважение к старшим. Yeah!
теперь поют девушки. Когда я попросил передать мне содержание их песни, они мне ответили примерно так. Вечерами они выходят на берег, смотрят, как ветер играет по воде, как колышет он ветви деревьев и прибрежную траву. И вот тогда они поют эту песню, в которой повторяется всего одно слово «попоя», что и значит «ветер». В папуасских песнях слов всегда немного, но они многое значат. Площади идут традиционные папуасские пляски. 8 мужчин и 1 женщина участвуют в них. На мужчинах набедренные повязки, на груди, на руках, за спиной украшения из кабаньих клыков, мелких раковин, из плетеных волокон и цветных листьев. Тела их и лица раскрашены. Они поют под удары в ручные деревянные барабаны окамы и исполняют пантомимы, представляя то собак, то птиц, то бабочек, то рыб. Сравнивая то, что мы видели с описаниями, оставленными Миклухом Аклаем, я твердо убеждаюсь, что это те же самые пляски, и в них мало что изменилось за 100 лет. Деревня Бонгу еще живет старым фольклором. Мы не увидели в ней ни одного нового музыкального инструмента и не услышали современных песен. Но новая музыка уже вплотную приближается к Бонгу, и мы слышим в сопровождении маленькой 4-струнной гитары укулеле современную песню, которую исполняют юноши из соседней деревни Лалак. ¶¶
района.